Большой аппетит! Котик радует волонтера своими успехами. Пост огромной благодарности. Спасибо большущая Ольге за помощь с кормом и за 1000 рублей для нашего особенного котика без язычка из домашнего мини-приюта 9 жизней. У нас есть теперь некоторый запас еды. Оля регулярно оказывает помощь приюту и сложные моменты. Спасибо, что в Донецке остались еще сочувствующие люди к братьям нашим меньшим. Аппетиту у парня без язычка, конечно, что нужно. В день уходит 3 порции корма, но им, видимо, он все равно не наедается. Уже постепенно пытается самостоятельно кушать, но еще плохо у него получается. Нам пока удобнее со шприца и воду тем же образом. Пытается даже вылизываться инстинктивно, но после таких процедур приходится вытирать мокрую мордашку и его лапы. Период восстановления будет долгим. Волонтер это знает и видит по состоянию, ведь животное фактически заново учится жить в новых обстоятельствах. Если примет заявку у меня Баграт, обязательно проконсультируюсь с ним, как советовали читатели. В целом состояние котика нормальное. Кушать тут как тут, с утра уже на столе высиживает и так жадно ест. Постараюсь позже снять с ним видео. Малыш очень славный и не чувствует себя неполноценным. Главное, чтобы со временем научился хоть как-то кушать самостоятельно. Значит, правильно говорили люди, что научится, и сдаваться он не намерен. Но пока там все живое, то есть рано. И, видимо, больно самому еще справляться, говорит волонтер Влада. На содержание приюта 74 хвоста. Актуальна любая ваша поддержка приюту.